Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, позвольте вам представить новую разработку научно-производственного предприятия «Элис», которая была проведена совместно с Международной медицинской ассоциацией «ДетаМед». Перед вами новый прибор «ДетаКвантум». Для того, чтобы его включить, существует кнопка на поверхности прибора. Мы выбираем после этого на дисплее нужную программку, нажимаем «Пуск», и на экране появляется картинка с указанием зоны, которую нужно обрабатывать с помощью приставки. Квантовая приставка выполнена вот таким красивым образом. Обратите внимание, на поверхности находится кнопка, с помощью которой можно включить выполнение программы. Прибор предназначен как для мужчин, так и для женщин. Нажимаем. Отличительной особенностью новой разработки этого прибора то, что в нем находится 100 косметических программ. То есть вся косметология в одном приборе. Я уверен, что этот прибор послужит для вас и для красоты, и для здоровья. Спасибо.